По итогам последнего матча с испанцами сборная России занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Европы. Победа далась русским медведям нелегко. Им удалось опередить европейских соперников всего на 2 очка. На работу над ошибками была неделя. Легко сдаваться гости не собираются. Российская команда является фаворитом. На данный момент для нас главное в завтрашней встрече набрать несколько очков, вернуться в Германию с каким-то результатом. Мы понимаем, что российская команда достаточно сильная, поэтому выставим на игру тоже сильный состав. Однако сборная России вновь нацелена на победу. Сейчас в копилке нашей команды 17 очков. Матч, который состоится на центральном стадионе «Югспорт» 13 февраля, обещает быть зрелищным. И, как отмечает капитан российской команды Василий Артемьев, игрокам нужна поддержка болельщиков. Тем более, что вход на трибуны свободный. Начало в 13 часов.